Я думаю, что мои подписчики и так уже догадались, что это такое, но для тех, кто вдруг все-таки не в курсе, я поясню. Это золотая награда YouTube за 1 000 000 подписчиков, сделанная из самого что ни на есть чистого алюминия. Ну и получив эту награду, я решил сделать видео с так называемым анбоксингом для того, чтобы поделиться с вами, моими любимыми подписчиками, своими эмоциями, какими-то радостью и вот этой атмосферой праздника. Ну вот, в общем-то, и весь анбоксинг. Знаете, если честно, я думал, что видео получится несколько длиннее, но для того, чтобы усилить атмосферу праздника, я хочу поделиться с вами видео-поздравлениями, которые мне прислали мои коллеги-блогеры, со многими из которых мы дружим и очень хорошо общаемся, с которыми мы работаем бок о бок на этой потрясающей площадке. Поэтому вашему вниманию видео-поздравления меня в честь 1 000 000 подписчиков. Не понимаю, почему на этого мудака вообще подписываются. Выглядит как колхозный панк. Юмор, блядь, для детей. Надеюсь, его YouTube забанит нахуй. Такая у меня непереносимость тупых людей. Пиздец. Игорь Линк — это феномен 21 века. Тупой хуесос на тупом хуесосном юморе собрал 1 000 000 подписчиков. Это ли не демонстрация, что с обществом явно что-то не так? Я тебя поздравляю с 1 000 000 подписчиков. Желаю тебе, чтобы тебе больше не выбивали зубы и чтобы ты почаще устраивал топ-хаты. Ты молодец. Он дотер, блядь, как он вообще попал ко мне в окружение? Что-то он до Лёхи дописался, я его вынужден терпеть. Короче, я поздравляю, у тебя лям. Просто его не заслуживаешь, я заслуживаю, ты нет, пошёл нахуй. Игорь, я тебя, конечно, поздравляю, я понимаю, что для тебя, скорее всего, это очень важное событие в жизни, но я все еще не прекращаю верить в то, что ты одумаешься. Ты посмотри на своих одноклассников, соседей, Виталик, тот, который прогуливал, у него и то бизнес свой, пшеницу продает. Игорь, ну... Ну все просто идут вперед по жизни, а ты сидишь перед монитором своим, ага, пятиклассников развлекаешь матюками. Блин, так не может продолжаться, ну ты взрослый человек, одумайся. Жизнь, зрение все испоганил, в очках сидишь теперь постоянно. Возьмись за голову, я тебя прошу. Спасибо вам огромное, мои дорогие друзья, коллеги, за эти приятные, теплые слова в эту праздничную для меня дату. Знаете, я, наверное, не буду толкать вот эту пафосную речь, какую-нибудь, которую обычно толкают ютуберы, когда получают золотую кнопку и показывают ее подписчикам. Обычно эта речь полна штампов, там все время говорят о том, что вот, этот канал мой, он уже существует там столько-то лет, все это время пролетело незаметно, но, знаете, в моей ситуации все было очень заметно. Я прекрасно ощущаю, что я уже на протяжении многих лет делаю видео, то есть, наверное, 5 лет назад я носил рубашки размера S, по-моему. Сейчас я еле, мое пузо вот, едва влезает в рубашку размера L. И не потому, что я много ем, да, потому что ем всякое говно. Я ем всякие вот эти там кругицы какие-нибудь, полуфабрикаты и прочее дерьмо. И из-за этого я, в общем-то, толстею, потому что у меня просто нету времени для того, чтобы вставать из-за компа и чем-то еще заниматься. Я не буду рассказывать вам, насколько важно это событие, потому что вы, в принципе, и сами понимаете, что вот эта моя золотая кнопка, это, наверное, самое важное, что происходило вообще с YouTube за последние там несколько лет, по крайней мере, с русскоязычным. И, наверное, единственная такая несколько клишированная вещь, которую я все-таки сделаю, это я скажу спасибо вам всем. Я скажу спасибо вам всем просто за то, что вы есть, по той причине, что именно благодаря тому, что вы есть, благодаря тому, что вы подписаны на мой канал, у меня есть возможность сделать вот то, что я сейчас делаю, а именно вот те самые видео, которые вы, в общем-то, и смотрите там каждую неделю. И именно благодаря вам, именно благодаря тому, что у вас есть такое же чувство юмора примерно хотя бы, как у меня, да, такое же дебильное, дегенератское, благодаря тому, что у вас есть похожие на мои взгляды по отношению к контенту, который должен быть на YouTube, именно благодаря этому я могу делать именно те ролики, которые я делаю, а не какие-нибудь там, не знаю, сериалы, реакции, блять, еще какую-нибудь херню, которую вот сейчас делают на YouTube. Ну и вот я сказал вначале, что я не буду закатывать никаких пафосных речей, и в итоге закончилось тем, что я как на премии Оскар говорю всем спасибо. Ладно, давайте я, наверное, это закончу, потому что я понимаю, как вы себя чувствуете, потому что я, наверное, это как Тим Кук, который выходит там на презентации Apple. Тим, без обид, сразу тебе говорю, я к тебе прекрасно отношусь, мы с тобой давние друзья, ты это прекрасно знаешь, но вот когда ты выходишь на презентации Apple, начинаешь вот эту рассказывать про какие-то планшеты, часы, какие-то
подписки сраные, которые нахер никому не сдались, а все сидят и думают, сука, когда же ты заткнешься и покажешь новый iPhone? И я думаю, что вы примерно так же думаете сейчас обо мне, как бы, что ты сидишь, о чем ты вообще говоришь, что, в общем-то, будет дальше, о чем это видео. Я решил, что, наверное, будет здорово провести все-таки какой-то розыгрыш. Я не очень часто устраиваю какие-то розыгрыши, я, честно говоря, по-моему, вообще не устраиваю розыгрыши какие-то, но все-таки миллион подписчиков это исключение, я подумал, что, наверное, было бы здорово устроить какой-то реально крутой giveaway, или как это называется по-английски. И вот как раз буквально пару недель назад мне написали ребята с сайта pepper.ru, это такое сообщество, где люди делятся различными скидками, голосуют за них, выводят в топ самые крутые и полезные, и именно благодаря ребятам с сайта pepper.ru я могу сделать розыгрыш с призами на 100 тысяч рублей, причем призы не абы какие, обычно там их выбирают рекламодатели, но в данной ситуации призы выбирал я сам, исходя из того, чем я сам пользуюсь и что я считаю, в общем-то, полезным для вас. Начнем, наверное, сразу с самого крутого, это iPhone 11, новый, белого цвета, потому что я не разделяю вот этого всеобщего хайпа по поводу зеленой расцветки, как по мне она достаточно уродски выглядит. Новый телефон, как вы знаете, я сам пользуюсь Apple, у меня куча их устройств, Тим Кук мой давний друг, поэтому я, в общем-то, доверяю этой компании и знаю, что она меня никогда не обманет и не кинет. PlayStation 4 Pro — это консоль самого что ни на есть нового поколения, ничего более актуального, чем она на данный момент не существует, поэтому, в общем-то, я решил включить ее в список призов. Это консоль, которая умеет апскейлить Full HD до 4K, конечно, есть некоторые вопросы к качеству того, как она это делает, но, на мой взгляд, на данный момент это реально самая крутая консоль, на которой вы можете играть в различные эксклюзивы, во всякие крутые игры, такие как, например, World of Tanks, Fortnite, War Thunder, ну и все остальные. За третье место у нас идет клавиатура Corsair K68, объясню почему. Дело в том, что я не фанат, знаете, всяких девайсов, где можно настраивать какую-то подсветку миллиарда цветов, где там есть куча каких-то дополнительных кнопок, которые можно программировать и так далее. Эта клавиатура не содержит вообще ничего лишнего, это просто вот клавиатура с самыми базовыми клавишами, которые там должны быть. У нее есть всего один тип подсветки, это красная, клавиатура механическая, переключатели самые крутые, которые вообще только есть, Cherry MX, по-моему, Red, если я не ошибаюсь, и, в общем-то, мне, наверное, больше нечего добавить, и если вы думаете, что это какая-то дополнительная реклама, то это не так, можете посмотреть какие-то предыдущие мои любые видео, вы увидите, что у меня на столе все время стоит вот такая же клавиатура. Четвертое место, это гарнитура Cloud Core, она также у меня есть, вот. В принципе, можете отмотать на начало ролика, увидите, она тут валяется рядом с лампой. Как и в случае с клавиатурой, достаточно простая гарнитура. Здесь нету никаких там виртуальных звуков 5.1 или еще чего-то. Она проводная, но она очень надежная. Она прослужила мне уже что-то около 3 лет. В ней не греются уши, она удобно сидит на голове. Поэтому я решил, что это достаточно хорошее решение для приза на 4-е место. 5-е место. Я изначально хотел, чтобы это была какая-то мышка. У меня мышей несколько, но я решил, что, наверное, я выберу ту мышь, которая является моей самой любимой. Это, в общем-то, вот точно такая же практически Rival, но дело в том, что вот эта вот Rival, она была куплена мною на турнире в Шанхае по Доте. У нее вот здесь вот, когда она включается, у нее красный логотип Dota 2, но, к сожалению, я уже достаточно давно ее не пользуюсь, потому что однажды я играл в Доту, и матч, знаете, так немножко не заладился, и поэтому мышка, она чисто случайно, она выскользнула у меня из рук, и чисто случайно со всей дури врезалась, так сказать, в стену, чисто случайно, и чисто случайно абсолютно перестала работать с тех пор, но я ее храню чисто как память. Тем не менее, мышки SteelSeries, они очень удобно, как по мне, сидят в руках, поэтому за 5-е место у нас мышка SteelSeries Rival 300S. Ну а теперь приз самый низкий по цене, но, наверное, самый высокий из всех по ценности, это книга Евгения Панасенкова «Первая научная история войны 12-го года». Я, если честно, эту книгу вообще не открывал или открывал пару раз просто посмотреть картинки, но это крайне полезный предмет, потому что вы можете поставить его куда-нибудь у себя на фоне, как это я делаю. Книга очень толстая, такая красная, красивая, и люди думают, что вы ее читали, и вы очень умные, вот такой вот вам лайфхак. И таких книг у меня не одна, а целых 5 штук, поэтому вот на 6-м месте у нас будет целых 5 победителей, все они получат по одной вот такой книге, но имейте в виду, есть небольшой побочный эффект, несмотря на то, что многие будут думать, видя вот эту книгу у вас где-нибудь на фоне, что вы очень умный, люди, которые шарят в истории, которые, в общем-то, ее изучают профессионально, они, наоборот, будут считать вас конченным ебланом. Ну и вдобавок вот уже ко всему этому, хотя, на мой взгляд, это уже выглядит достаточно внушительно, мы
еще разыгрываем 10 карточек на пополнение Стима на 20 евро, поэтому вот еще есть 7 место. Я не вставлю их вот куда-то сюда, потому что они в цифровом виде. Ну и теперь о главном. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе? Сразу говорю, что подписываться на канал на мой не обязательно. Дело в том, что мне не нужны куча мертвых подписчиков, как у других блогеров, которые постоянно проводят розыгрыши. Если вы хотите следить за моим творчеством, за моими гениальными видосами, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если нет, если вы просто проходили мимо и захотели что-то из этого получить, пожалуйста, для этого вам нужно просто перейти по ссылке в описании на страницу конкурса, и уже с этой страницы вам нужно перейти в телеграм-канал PP.ru и вступить в него. Также у вас есть возможность увеличить шансы на победу, для этого вам нужно выполнять простые задания, например, за установку приложения и регистрацию, там вам дают 15 баллов, за подписку на телеграм-канал, который обязательно для участия дают 10 баллов, а за другие задания дают по 5 баллов, и выполнив их все, вы можете повысить свои шансы на победу более чем в 2 раза. Но даже если вы не собираетесь участвовать в розыгрыше, выполнять какие-то дополнительные задания, все равно очень советую вам поставить приложение PP.ru, потому что это очень крутая и полезная штука, которая поможет вам сэкономить огромное количество денег. Подведение итогов состоится через 3 недели, точная дата будет указана в описании к видео, опять же, все это будет происходить при помощи сервиса Glim, который позволяет автоматически проверить, сколько дополнительных заданий вы выполнили, и благодаря этому он автоматически, опять же, повысит ваши шансы на победу. Имена победителей будут опубликованы на странице с конкурсом, поэтому в указанную дату просто переходите, опять же, по ссылке в описании и смотрите, победили вы или нет. Ну и еще раз повторюсь, даже если не собираетесь участвовать в розыгрыше, все равно советую вам скачать приложение PP.ru, зарегистрироваться там, потому что пользователи приложения делятся огромным количеством скидок вообще практически на любые категории товаров. Это и электроника, и книги, и одежда, и вообще все, что только угодно, можете реально круто экономить. Обязательно подписывайтесь на их телеграм-канал, где они публикуют самые крутые скидки из тех, что у них вообще только есть. Ну и если вы уже мой подписчик и хотите мне сделать какой-то подарок на эту праздничную дату, для меня это прям как второй день рождения, то вы можете просто нажать на колокольчик и нажать галочку «Оповещать обо всех видео». Этим вы мне очень поможете, потому что у меня повысится статистика просмотров на всех видео. И к тому же это позволит вам гарантированно не пропустить мое следующее очень крутое видео с разоблачением Варламова, где я его разношу просто в пух и прах. Ну и на этом, наверное, все. С вами был Игорлинк. Всех вас целую, обнимаю, целую вас прямо, не знаю, в щечки, в попки, в пузики, если вам больше 18 лет. Всем пока!